он провел здесь целое лето, — сказал Покровцев. Да, там жили, это, наверное, чем-нибудь умение. Князей Ширковых. Очень богатые люди. Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка сглаживает от сальпальцев свои усы, и что в его голосе звучит улыбка воспоминания. Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал.